Украинский кризис станет в понедельник темой встречи в Берлине, где соберутся министры иностранных дел Германии, России, Украины и Франции. А завтра Сергей Лавров возглавит нашу делегацию в Париже на марше в памяти погибших на этой неделе от рук террористов в редакции «Шарли Эбдо» и супермаркете. Ожидается, что шествие соберет до миллиона участников, в их числе высокопоставленные представители многих государств. Митинги и сегодня состоялись по всей Франции. Как сообщили вечером в МВД, на улице вышли в общей сложности 700 тысяч человек. Больше всего в Тулузе 80 тысяч, в юго-восточном городе по 40 тысяч человек, еще по меньшей мере 20 тысяч в Ницце, Орлеане и Безансоне.